Привет всем! Сегодня покажу упражнения, которые я делаю. Периодически. Нет, то вот сегодня, какие сегодня упражнения я делаю. Но ты их делаешь каждый день. Нет, вот именно сегодня какие. Я вообще 2 раза в неделю это упражнение делаю, с несколькими подходами. Где-то минут 10-15 у меня перерыв, и подхода 3 будет. Это первое, это то, что я покачаю пресс. Ну, пока, как сказать, не почувствую здесь нагрузку, что приятное так, ощущение, как сказать, натянутости. Ну, не знаю, может быть, раз 50, я не считал. Ну, каждый раз по-разному. Так я тоже заодно сделаю чуть-чуть. Давай. Нет, вот когда деятельность такая, что ты сидишь очень много и в несколько приемов, ну, все равно в течение дня нужно делать какие-то упражнения. Физически. Я тоже, да, делаю физические упражнения. И Тима тоже делает физические упражнения. Мы все сразу. Вот физические упражнения. Ну, смотрите, сейчас будешь тоже заниматься будет. О, давай, давай, давай. Видно? Посмотри. Давайте. Давай, занимайся. Тоже. Хотел, я стул убрала немножко, его согнала. Надо, чтобы было. О, хорошо, у меня уже хорошо. Хорошо? Достаточно. И ноги хорошо чувствуются напряжение. И смотря что заставляет сокращаться. У меня ноги. Сейчас ноги. А когда вот так вот прямо сел и пресс. Тонус хорошо. Еще что ты делаешь? Какое? И дальше отжимаюсь, но от стулья. Да это ты каждый день делаешь, я слышу. Нет, я 2 раза в неделю делаю. Вот, именно эти. С перерывами, да. Такой пушистик, пушистик, пушистик. Вот так. То же самое. Пока не будет ощущения такого. Натянут. Натянут. Ну, мышцы. Понятно. Вот, могу так повисеть. Повиси. А я отжиматься не могу. Все, достаточно. Итак, через 15 минут снова, потом через 15 минут снова. 3 раза, 3-4 раза. Я вот так делаю. Вместо отжиманий, чтобы руки были в тонусе. Вот так. Раз, два, три, четыре. Да хоть сколько. А вот тут мышцы накачиваются. Отлично. Не нужно ни гантели поднимать, ни отжимания не делать. Ничего. Вот так поделал. Туда, сюда. Можно вот так вот. Главное, регулярно делайте. Да, регулярно. И чтобы именно вот эти вот прижимаешь, только вот на локтях, тогда вот здесь чувствуется напряжение. И мышцы качаются без всяких гантелей. Один на улице по деревьям лазит. Как будто вот это. О! О! О, аж устало все. Все руки. Ой, он на такие деревья залазит. Это просто, я даже не знаю, на самую высоту как-то показать надо. Ну, уже показывали. А ты какие еще упражнения делаешь? Планку делаю. Планку мне так нравится, но ее не просто делать. Сейчас будем тренироваться. Вместе, да? Давай покажу. Ты-то, наверное, это. Можешь даже и дольше продержаться. Не знаю. Я делаю по минуте. Когда начинала только делать планку, вот знаете, буквально 10 секунд, все, на больше меня не хватало. А чем дольше делаешь, тем уже вырабатывается сила, и до минуты дошла, теперь по минуте. Но дольше минуты не получается, потому что это как бы тяжеловато еще. Так, ну что, вот я тебе... Давай, есть, нет? А я тебе не покажу, буду. Короче говоря. Я свое показал, ты свое покажи. А что, думаешь, не выйдет? А я не знаю, я просто... А я минуту засеку. В общем, я время засекаю, здесь минута. Я засеку. Давай, потом скажешь вот так вот. Так, время пошло. Чтобы спина прямо. Все, да? Да. Время пошло. Все.
вот так лежу минуту. Можно вот так руки сделать, но мне на кулачки удобнее, потому что как бы локти тоже. Когда тяжеловато, спина прямая, я вот так делаю. Легче время. Тоже хорошо. Ну, сколько, насколько есть силы. Классно. Пресс качается просто. Офигительно. Можно ноги даже чуть 30 пошире. 30 секунд прошло. Не, ну разговаривать тяжелее, конечно. Добавилось тебе с разговорами сложности. Ну, вот так. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. 15 секунд осталось. О, еще много. Это, кажется, вечность. О, еще чуть-чуть. Ну что? Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. 2 секунды осталось. Раз, два, три. Все. Ровно минута. Вот попробуйте, нифига не встанете с первого раза, не встанете, это точно. Вот. Я попробовала первый раз, когда это было что-то. Вот так, ой, уже сейчас тяжелее. Вот так постоял, думаю, господи, ну как же там делают, то думаю, не буду. Потом все-таки пересилила себя, и все. Не, ну классно. Потом молодец. После этого ощущение хорошо. Нет, оно быстрее убирается, чем у других ты физических. Ты один подход всего делаешь же, да? Нет, я делаю, утром делаю перед завтраком. Ну, завтрак у меня кофе, перед питьем кофе утром сделаю. Потом перед обедом минут за 15 можно сделать. Перед ужином вот так вот минутку. И можно перед сном. А перед сном-то зачем? Ты как ну, за часок, например, можно, за час. Не сразу. Ну, перед сном я не сторонник, потому что можно потом не уснуть. А так, да? Ну да, взбодораживать организм не надо действиями такими. Но все равно... Нет, ну вот я видела, что советуют для того, чтобы хорошо уснуть, для хорошего сна, для быстрого сна, для быстрого засыпания, нужно лечь, покрутить велосипед, ноги поднимать. Но я еще так подумала, думаю, вообще-то тоже как бы не рекомендуется перед сном какие-то делать. Может быть, прогуляться на свежем воздухе? Не, ну прогулка это да, но просто я к чему говорю, что я удивилась, что именно перед сном физическое упражнение, ну, взбудораживать организм, наоборот же, взбудоражится такой да? подъем и засыпать быстрее. Может быть, у каждого по-своему настроен организм, кому-то это будет хорошо засыпать, а кому-то не очень. Не знаю, но я попробовала делать упражнение перед сном, вот ноги поднимать. Ну, как-то не скажу, чтобы. Хорош. Попробуй планочку. Все, спасибо. Ну, да хочу попробовать. Спасибо за внимание. До свидания.